Базилик происходит из Южной Азии. В Древней Греции было известно как акимон, применяемый при различных заболеваниях. В наземной части растения до 16% сухого вещества. Она – ценный источник каротина и рутина, богата эфирными маслами, дающими приятный бальзамический запах. В медицине наземная часть – противолихорадочное, противокашлевое, мочегонное, смягчающее и дезинфицирующее средство. Используется для ванн, полосканий, примочек и компрессов при длительно заживающих ранах и экземах. Водные экстракты базилика возбуждают аппетит, оказывают противовоспалительные действия в случаях хронических гастритов, энтероколитов и пищевых отравлениях. Применяется против воспаления мочевого пузыря, пиелита, нефрита. В пищу употребляют листья и молодые побеги в свежем и сушеном виде, в качестве приправы к салатам, соусам, мясным и рыбным блюдам, как специи в солении и маринаде. Сушеные листья входят в состав перечных смесей, ими ароматизируют ликеры, коктейли, соки. Если вам понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал.